Всем привет! Завершающей стадии подготовки торца всегда идет установка вот такого торцового резинового уплотнителя. Перефразирую немножко. Уплотнитель всегда ставится в конце. То есть торец мы полностью подготовили, прокрутили его. Осталось прокрутить периметр. И вот перед тем, как крутим периметр, будем устанавливать вот такой резиновый уплотнитель, чтобы лист, который будет ложиться на покрытие, прижимал вот этот язычок. То есть вот эту P-образную часть мы одеваем вот сюда, на торец, язычком наружу. Сейчас попросим ассистента мне в этом помочь. Готовим первое отверстие, чтобы прихватить уплотнитель. И начинаем его одевать. Работа кропотливая, требует сноровки. Все, поджали его, чтобы он никуда не убежал. И тихонечко одеваем на торец. Так, вот интересный момент. Это нужно нам будет сейчас перейти с одного уровня. Здесь вот нахлёст поликарбоната. С верхнего на нижний. Для этого нужно в месте перехода сделать надрез. То есть разрезать нижнюю полку у профиля резинового. Верхняя лицевая не режется. Все, и с помощью надреза перескочили. Придержу. Все, аналогично второй переход делаем. Пальцы себе не режем. Все, и так до конца. И в конце прихватываем. Прихватили на краю и срезали лишнее. Все, осталось его прокрутить в имеющееся отверстие. Все, аккуратно придерживаем уплотнитель, чтобы его не намотало на саморез. Все, аккуратно прокрутили по периметру саморезами. Резиновый уплотнитель у нас установлен. Вот так будет прижиматься поликарбонат. Вот так раз, язычок. Щелей не будет.